Был, на ваш взгляд? Можешь мне тоже поговорить на последний? Я не знаю, у меня повтор не видел. По игре что можешь сказать? Довольный игрой команды? Ну как довольный? Проиграли. Ну не, я имею в виду не результатом, а не самой игрой. Ну а какой смысл, если ты проиграл? Как ты можешь быть довольным игрой, если ты проиграл? Может, пока 6-0 быть довольным? Я сомневаюсь. Это нет, конечно. Может, не 6-0 все-таки, а 2-1 проиграли. Ну, все равно, при такой игре. Так скажем, это... Как вам новый тренер? Немножко не повезло нам, конечно. Как вам новый тренер? Как? Ну, нравятся его тренировки, нравятся его тактика. Понимаете все требования? Конечно. Команда, видите, как играет. Спартак отбивается уже на последних минутах. То есть Спартак искочил еще, можно сказать? Конечно. По личному игровому времени что думаете? Почему... Его достаточно мало сейчас. Не знаю, опять же, вопрос не ко мне. Но у вас травм никаких нет? Нет, травм никаких нет. Ну что, спасетесь от вылета? Сейчас не буду догадывать. Как отнеслись к тому, что Талалаев возглавил принципиального соперника сейчас? Спокойно как? Это нормальная ситуация. Все, тренер. Тренер ушел, возглавил другую команду. Как команде отреагировали вообще? Те же Кубка Талалаев? Не было ли это удивлением? Да нет, почему? Ну, я же говорю, нормальная ситуация. Тренер нашел другое место работы, почему нет? Все, ребят, хорош, дайте минуту, блядь. Хорош, устали от смены тренера и президента? Не, так. Нам-то что, у нас работа простая. Мы работаем. Ну, где сложнее, в Торпедо или в Спартаке? Да нигде не бывает легко. Везде сложно. Везде свои сложности. Давайте, все, ребят, спасибо.